Обиделся, не даю байки ему, обиделся. Николаю. В общем, ребята, произошла такая неприятность у меня. У нас с Кузей. Кузя тоже очень любил, когда я им резал. Да, Кузя? Пупсики. Как делишки? Красавчик. Прокачивает, прокачивает парень. Что ты хочешь сказать? Чтобы вы под музыку попрыгали, потанцевали. Кирюха, что хочешь сказать? Кирюха, что ты хочешь сказать? Я хочу спать. Кока, что с рукой? Как ты будешь резать шорты? Ты включил? Да. Кока, что ты будешь делать? Резать мои любимые шорты жи. Давай. Смотри, вот такие они были. Запомните их такими. Запомним. Ну давай. You touch me, это мы обрежем. Это ты с меня ржал, да? Ты снимал видосик, что я колготки покупал? Выложил видео, вся Украина увидела колготки мои. У тебя дырявая колготка. Это у тебя дырявые, у меня нормально. Давай крупный план. Жи. Жи. Нету жи. Шорты обрежи. Еще только ниточки эти беленькие не режь. Угу. Там-там-та-там. Жалко. Пчелки. Привет, подписчики. Подписываемся на канал, ставим лайки. А еще колокольчик.
Колокольчик не забываем. Что это такое колокольчик? Ну там колокольчик надо ставить. А что это новое? Ну, чтобы не пропускать выпуски там, короче. Да, так все сложно. Кока растолстел. Кока не влезает в шорты жи. О! О, логотипчик еще остался. Слушай, они выглядят... Вообще как... по-другому. Пляжник. Класс. Ну все. Блин, вообще круто. Войс. Напиши компании жи. 5% будет платить. За такую штуку. Кофе как выключить? По серединке? Да, вот это там. Тайм-триал, субботний день. Плюс 12 градусов в Одессе, 14 декабря сегодня. Отлично, подходит. Просто 14 декабря, пацаны без шапок, без шлема. Не, в шлеме. Братан, респектую, братуха. Да ты шо, кок? Как спрыгнул так. Восстал. Восстал из некатающих. Порядок. Вау! Матроскин. Хоть что-то. Что-то получилось. Я довольный, мне понравилось. Пробовать больше не буду, но для меня это уже достижение было. Очень сильно напрягся. Отличный день, просто бомба. Больше ничего уже делать, можно ничего не делать. Для счастья. Сегодня. Ребят, катайте триал. Это будьте сила. Счастливы. Будьте счастливы. Без триала, как без кота, жизнь не та. Магическая сила. Ерс. Ты заслужил просто по-флотски и по-заморски. Вообще. Оно, пацаны. Ухо тебе. А
со мной катать. Обиделся, не даю байк ему, обиделся. Не даю, Лясик. На каком байке хочешь катать? Хэштег? Или клин? Пацан, хэштег мод, или клин? Мод или сток все-таки? Если клин, где правда? Если клин, скажи две буквы. Если лишь хэштег, то одну. Он думает, смотри, размышляет. Ладно, дадим ему время подумать. Официальной презентации Kia Stonic в Одессе интрига была создана нешуточная. И это, надо сказать, здорово подогрело интерес со стороны присматривающих себе новый автомобиль и следящих за автособытиями в Украине и в Одессе в частности. Так что в субботу, 16 декабря, в салоне Kia Автогрупп Одесса официального дилера Falcon Auto было очень многолюдно. Команда «Автогрупп» организовала в честь знаковой новинки яркий, шумный и преисполненный позитивных эмоций праздник. Под стать виновнику торжества. Итак, в семействе Kia прекрасное пополнение. Stonic, занявший место самого маленького кроссовера в модельном ряду Kia. Хотя на самом деле автомобиль не такой уж и маленький. Построен на базе модели Rio и имеет с ней некоторое сходство, но лишь отчасти. Выигрышный, яркий, задорный дизайн Stonic, реализованный в столь популярном нынче сегменте городских кроссоверов B-класса, компактный, с высоким клиренсом, стильный – один из главных его козырей. Но не только этим он интересен. Kia Stonic прекрасно оборудован. В списке комплектаций климат-контроль, мультируль с подогревом, подогрев передних сидений, 7-дюймовая мультимедийная система, синхронизирующаяся со смартфонами посредством Apple CarPlay и Android Auto, шестиканальная аудиосистема, камера заднего вида, датчики дождя и света, навигация, круиз-контроль и так далее. К тому же само внутреннее пространство, по ощущениям за рулем и во втором ряду, и по воздуху над головой, гораздо больше, чем это кажется снаружи. Двигатель у Kia Stonic бензиновый 1.4 мощностью 100 лошадиных сил, известный по Kia Rio нового поколения. С расходом по городу 7 литров на 100 километров. Коробка передач шестиступенчатая механическая. В помощь механике система удержания авто при старте на склоне. Ну и клиренс более 18 сантиметров дает дополнительные возможности в плане свободы передвижений, что в городских условиях бывает очень кстати. Стартовая же цена новинки на момент презентации – 444 500 гривен. И это еще один аргумент в пользу Kia Stonic на фоне его конкурентов.